Теремок ТВ. Би-би. Машинки. Сериал для мальчиков. Би-би. Ой, Прабу, у меня поломка. Прямо на дороге? Тогда нужно вызывать эвакуатор. Эвакуатор – это особая машина, которая может перевести другую машину, например, с места поломки к месту починки. У эвакуатора есть платформа для перевозки автомобилей и кран для их погрузки и разгрузки. Значит, эвакуатор спасает поломанные машины. Не только. Эвакуатор очень важен для города. Иногда водители неправильно паркуют свои машины и мешают этим другим участникам движения. Автомобиль нарушителя увозят на штрафстоянку. Забрать его можно, заплатив штраф. Похоже, у водителя эвакуатора сегодня родится малыш. Так он пропустит рождение малыша. Единственный выход – разобраться с пробкой. А для этого нужно устранить ее причину. Что теперь делать, Прабу? Старая городская вентиляционная шахта. Или старая ветка метро. Или старая городская канализация. Или старинный подземный ход. Thank you.
а можно твою шляпу? Конечно, бери. И тут на улице оказалась огромная шляпа. Хорошо, что поблизости был эвакуатор. Друзья, не пора ли отвлечься от мультиков и проверить, хорошо ли припаркованы ваши вещи? Может быть, самое время сделать уборку? Машинки. Сериал для мальчиков. Ого, в нашем городе теперь растут пальмы. Ну да, лето же. Да, лето — это здорово. Жара, солнце. Правда, летом на дороге много пыли. С пылью поможет справиться поливальная машина. Поливальная машина – это служебная машина. У нашей поливальной машины есть большой бак с водой, водяная пушка и разбрызгиватели. Она заботится о том, чтобы дороги были чистыми. Случилось с китом. От жары в пруду испарилась вода. Киту никак нельзя без воды. Поливальная машина поможет ему. Но ведь вода в поливалке кончится раньше, чем жара. Кита нужно срочно перевести в море. Сдвинуть дерево не получается. Что делать, Прабу? Используем водяную пушку на нашей поливалке.
Хорошо, что на свете есть поливальные машины. Друзья, хватит сидеть перед экранами. Лучше поиграйте со своими машинками. Машинки. Сериал для мальчиков. Ого, как громко. Интересно, что это за машина? Правда, это не машина, это трактор. Трактор? Это тоже машина, Коля. Просто особенная. Трактор не умеет быстро ездить, зато это очень сильная машина. Если прицепить к нему плуг, трактор легко вспашет землю. А если прицепить специальное оборудование, трактор сможет засеять целое поле и даже убрать урожай. О! Думаю, подальше от города, в какое-нибудь красивое место. Он не справится! Не переживай, Коля! Трактор очень сильный! А еще посмотри на его колеса! Они широкие и со специальными грунтозацепами, чтобы цепляться за землю! И что же теперь делать, Прабу? Можно построить плот. Точно!
Давным-давно, когда машины еще не изобрели, так против течения реки поднимали корабли. Только вместо тракторов использовали лошадей. Конечно, удобств там меньше, зато природа ближе. А хочешь, мы прямо сейчас в деревню махнем? Конечно! Поехали! Я с утра заправил машину, бензина хватит. Ребята, а вы давно были на природе? Выключайте экраны, берите родителей и скорее на свежий воздух! Там столько интересного! «Машинки» – сериал для мальчиков! А во что будем играть сегодня? Похоже, сегодня снова играем в стройку. А какая машина нам понадобится? Много разных, но для начала бульдозер. Бульдозер всегда приезжает на строительную площадку раньше всех. Ведь он должен подготовить место для работы всех остальных машин. Бульдозер – самая могучая машина. У нее есть гусеницы, позволяющие пройти где угодно. И огромный отвал, которым он может убрать любое препятствие. А с чем еще может справиться бульдозер? Одному бульдозеру однажды удалось спасти целый город. Hey, yeah.
Ой, бульдозеру надо спешить, а он такой медленный. Тогда пусть другие машинки придут к нему на помощь. Ура! Теперь это бульдозер герой. Хватит смотреть мультики! Айда на озеро! Купаться! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, а про какую машинку ты расскажешь сегодня? Про снегоуборочную. Снегоуборочная машина – это машина, которая убирает снег. У нее большие колеса, чтобы не застрять в снегу, и большой железный отвал, чтобы его разгребать. В кузове у снегоуборочной машины песок или специальный порошок. Машина посыпает им дорогу, чтобы та не леденела. Без снегоуборочной машины зимой в городе никуда. Не только в городе, дружище. Вы не
внимание встречающего. Борт Санкт-Петербург-Москва прибывает через... Вот прямо сейчас прибывает. Так много, что одна машина не справляется. Но, к счастью, снегоуборочные машины всегда приходят друг другу на выручку. Кататься на снегоуборочной машине. Ходят слухи, что иногда на ней катается кое-кто бородатый. Хо-хо-хо! Ребята, хватит смотреть мультики! Лучше гулять вместе с друзьями! Зимой можно кататься на санках и играть в снежки! Машинки. Сериал для мальчиков. А про какую машину сегодня будет история? Про пожарную машину. Пожарная машина – это большая машина. У пожарной машины большие колеса, чтобы можно было проехать там, где другие машины проехать не смогут. У пожарной машины есть шланг, чтобы тушить огонь. У пожарной машины есть длинная-длинная лестница, чтобы спасать из пожара. И у пожарной машины есть сигнал и сирена, чтобы предупреждать всех о том, что она торопится на пожар. И что, другие машины должны уступать ей дорогу? Обязательно! Ведь если где-то начался пожар, то пожарной машине надо ехать туда как можно быстрее. При пожаре звонить 112. Thank you.
А что, если пожарная машина не успеет вовремя приехать? Этого нельзя допустить, ведь огонь – это очень опасно. Нравится пожарная машина. Она такая классная. И пожарные очень любят свою машину. Моют ее, чинят и, наверное, ездят на ней в выходные за город. Играть в машинки. Можно построить для них из кубиков целый город. Хватит смотреть мультфильмы. Чем сидеть перед экраном, лучше играть в любимые игры. Машинки. Сериал для мальчиков. Оля, привет. Что ты тут делаешь? Это же сериал для мальчиков. Ну и что? Можно мне поиграть с вами? Конечно, можно. Смотри, какую большую башню я построил. Прабу, у меня уже второй раз башня падает. Чтобы построить очень высокую башню, тебе нужен автокран. Экран, чтобы поднимать людей? Да, в таких люльках удобно менять лампочки уличных фонарей. Ха-х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 а
Работать на автокране можно только в каске и специальном поясе безопасности. Наш автокран не дотянется. Да, для работ на такой высоте нужен автокран с телескопической стрелой. Телескопической? Как моя удочка. Точно! Точно дотянется до котенка? Конечно! Самые большие автокраны поднимают груз больше, чем на 100 метров! Переношу груз на вершину небоскреба! Какой хороший из тебя автокран получился, Прабл! А мне понравилось играть с тобой, Оля! Я люблю машинки, хоть я и девочка! Эй, мальчики и девочки! Чем сидеть перед экраном, лучше поиграть вместе! Можно придумывать истории и разыгрывать их со своими игрушками! Машинки! Сериал для мальчиков! Прабу, посмотри, у меня новая машинка! Какая машинка, Коля? А я и не знаю, я такой никогда не видел! О, это замечательная машинка! Это погрузчик! Погрузчик – это специальная машина, которая помогает поднимать, опускать и перемещать тяжести. Погрузчики бывают разные. Это большой телескопический погрузчик. У него большие колеса, выдвигающаяся мачта и на ее конце зажим. Он может поднимать очень крупные и тяжелые грузы. А это тоже погрузчик? Да, это вилочный погрузчик. Он гораздо меньше, но у него тоже есть мачта. На ее конце вилка,
которыми он подцепляет груз. Крабу, одна коробка не поместилась. Это нехорошо, ведь это чей-то подарок. Крабу, смотри, он решил отнести подарок сам. Это будет нелегко. Погрузчик — это необычная машина. Он не предназначен для долгих поездок по шоссе, а до города далеко. У погрузчика не такой мощный мотор, как у легковых или грузовых машин. Фары не такие яркие, а дворники не такие мощные. О, это, наверное, тот мальчик, который ждет подарок. Да, и этот подарок везет наш погрузчик. Коля, все четыре колеса этого погрузчика ведущие. Они делают его очень устойчивым и проходимым. Почему полицейский не разрешил ему проехать? На время праздника некоторые площади и улицы перекрывают для движения транспорта, чтобы для горожан было больше места. Тогда нам помогут музыканты! Сильный, как погрузчик. Ничего, Коля, руки будут сильнее, если будешь по утрам делать зарядку. А ты делаешь? Обязательно, Коля. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Машинки, сериал для мальчиков. Ну где же он? Куда он пропал? Коля, ты что-то потерял? Потерял игрушечного пса. Похоже, дружище, тебе нужна помощь. И поможет тебе полицейская машина.
Чтобы полицейский знал, кого искать, нужен портрет, ну или рисунок. А, сейчас! Полицейская машина очень красивая. На борту у нее синяя полоса. На улице ее сразу все узнают. Полицейская машина патрулирует улицы города. Если кто-то потерялся, она поможет найти. Значит, полицейские ищут потеряшек? Не только. Полицейские следят, чтобы в городе был порядок. Найти потеряшку не так-то легко. Да, город большой, и нужно заглянуть в каждый уголок. Смотри, смотри, кому-то еще нужна помощь. Не волнуйся, Коля, полицейская машина поможет всем. Они воруют конфеты! Пристегнись, Коля! Включаем сирену! Сейчас начнется погоня! Полицейские машины есть сигнал и сирена, чтобы на дороге ее все пропускали. Нет, только не шкурка от банана! Эх, теперь грабители смогут скрыться! Самое время вызвать подкрепление по рации. Ага, попались разбойники. А вот и пес. Нашелся! А где же конфеты? Полицейская машина всем помогла. Ух,
Внимание, внимание! Соблюдайте порядок! Есть соблюдать порядок! Ребята, хватит смотреть мультфильмы! Побежали скорее гулять! Но только чур не теряться! Машинки! Сериал для мальчиков! Прабу, лучше бы мы еще поспали. Сегодня мы поговорим о машинах, которые просыпаются очень рано. Зачем рано? Выходной же. А как же свежий и ароматный хлеб? Кто привезет его в магазины? Грузовые машины. Точно, Коля. У грузовика есть кабина для водителя и кузов для груза. А еще у него мощный мотор, чтобы этот груз везти. А ты когда-нибудь ездил на грузовике? О, было дело! Когда в цирке работал. А если грузовик сломается или застрянет по дороге? О, это очень плохо. Ведь тогда водитель не сможет доставить груз вовремя. Ой, в такой луже любой грузовик застрянет. Военный грузовик не застрянет. Некоторые грузовики умеют поднимать кузов, чтобы высыпать груз. Такие грузовики называются самосвалами. Стоять позади работающего самосвала нельзя. Водитель может тебя не заметить. Смотри, Прабу! Теперь у нас настоящий парад! Это называется автоколонна. Цирковая автоколонна! Thank you.
меня жонглировать? Конечно. Но начинать нужно с одной. Ребята, а вы давно были в цирке? Хватит смотреть мультфильмы! Попросите родителей сходить с вами на настоящее цирковое представление!